Кирс здесь, лобби. Все, все здесь, поехали. РДД подбежали, сразу стали на позицион. Ближе вставайте, опять там стоя. Вот я говорю, что ты тут стоишь? Понимаете, что, блядь, чем ближе вы стоите, тем вам класс хилам легче. Коника меняй. По два стака, потом редвар. Метка, череп. Моба. Сразу иди. Иди, чё ты там стоишь? У тебя есть человек, который... первый, простите. Второй луч появился, веди просто туда. Не надо его случайно кидать. А где сядь вообще был? Так откинули. Я вижу, вижу. Хильнулся босс. Да, отхилился. Чё проблема, блядь, с костами? Блядь, просто помог метр улетел. У меня 18 так. Окей, монород, отводи своего туда, в сторону. Сливайся, монород, веди ты своего сюда. Блять, еще метку не вынес. Забрал. Монород, успейте первого. Сука. Монород сразу потом это. Моего поехали. Сместился под хилс. Активнее, активнее по моему работаю. Мобок, смотрите, лучами закрывается. На массаку. Я откину сейчас. Не надо. Давай метр КД. Череп вышел. Следующий луч лови. Таст. Вижу. Где луч? На народ сейчас появится. Сразу отводи. Вон лучи с той стороны. Два штуки. В чем? Он маску с него проходит и не ловит. Ставите меня. Алло, я хил. 16 стаков. Сейчас наберется.
Ну, забрал. Следующих мобов ловит. РДД херачу. Дайте его по другу. Положи его вот сюда. Убивается он. Я вижу. Сбей ты сейчас. А нет, его сын. Народ первого своего поведешь. Наберешь стаки. Бог не толкай, только его в бок. Да, да, понял, понял. Да я получу его толк. Забрал. Анкила массу подними. Там буря кастуется. Моба РДД на мне, который. Кал поближе. Масса анкила подними. Он уже второй раз упал. Там рейд сильно просаживало. Фул рейд. Народ забрал твоего моба. 100 стаков там будет. Косился. Моб вышел уже. Это хуйня. Ну это уже все, вайп рано перевелся. Еще не перевелся, а форму залез очень рано. Ну-ка давай, почитай дебафы на нем. Что он делает, что кастует. Сбивайте моба. Ну-ка. Ничего не стакает на тебя? Стакает. Урона темной мой. Ревность пошел пуситься. Вон типа основная атака. Касание бездны. Ну-ка подержу. Держа. Короче, вот такая вторая фаза будет. Получи, буду дальше идти. И мобы вот так выходить. Нихуя себе. Чем мучить его? Баблом не скидывается. О, так на него еще лучи. А ему похуй на лучи, да? Или что-то еще опять так? Смотрите. Нет, она его апает еще сильнее. А уешку вот он такую дает, который... Внимательное, что власть бездна увеличивает наносимый урон на 35%. Один стак плюс 1%. То есть, если она в этой форме набирает 100 стаков повторно, она сразу же вайпает рейд. Да, в этой форме нельзя. Основная билка у нее касание бездны. Бьет 40 тысяч конусом. Как там было? 50%? На этом поле же проебали одну хилку, да? Да. Мне пишет ДБМ. Вы на этой сложности вы уже вайпнулись 58 раз, блядь. Это мало. Прикольно. А хилка сколько восстанавливает? 20 лямов, да, примерно? Да. Если одна хилка прошла, это сразу же можно падать. В принципе, по таймерам успеваем. Кто мне подскажет, почему по команде слэш фокус жрец у меня не работает?
Попробуй полный его имя ввести. Полное тоже вводил, не Паш. С большой буквы напиши там, блядь. Тоже. Все с большой буквы, все правильно написано. Если нет, там не все с большой буквы. Только если я офф-таргет выбираю, тогда он работает. Блядь, фокус это что? Это таргет. Или что это? Фокус это когда запомнил цель, да? Да. А что ты хочешь-то вообще, не могу понять? Чтобы мне по нажатию кнопки без выбора таргета выбирало жреца. Можешь по моему таргету прописать макросы, все. Он у меня всегда жрец. Ну да, кстати, вариант. Так, все, короче, встаем, бафаемся и убиваем. Заебал. Так, монород, это понятно, но получается тогда... Или писать таргет жрец, а таргет салариан. Что ты делаешь, берешь каст или что? Да, он сбивает каст этого слепящего кольца света, или как это херня. Дезориентация, короче. Короче, этот. У нас, в принципе, все ровно на этом пуле было, кроме сбития. Опять проблема со сбитием. Да, хилки. Рейд на грани, там хилы охуели, я думаю, уже в конец. Я понимаю прекрасно, Вага, но, блядь. Типа, была бы вторая фаза, если бы сбили хилку, честно. Ну просто смотри, Настя вернуться еще не может, написал. Полина тоже АФК, что просто смысла продолжать уже сегодня нет, по-моему. Полина пришла. Ну... А почему сядь тупо стоит и смотрит на моба? Ну, типа, не по фокусу сбить... Да нахуя по фокусу там, блядь. Я же говорю, напишите себе ебаный макрос /c. Блин, что там, блядь. Ник моба. Потому что по фокусу ты видишь, когда у нее идет твой каст, и ты можешь по фокусу прожать этот спел. Блядь. Лосят не дамажит вообще? Ну нет, у него 3.5 ляма. А чё ты не дамажишься? Фарада, он там Локи написал макрос, у тебя такой же? Старгет, ну это, блядь, фокус еще писать надо, понимаешь? Ну вот это, по-моему, правильный. Если он сам такой, его выберет в таргет и фокус возьмет. Это выбирает? Короче, сейчас попробуем. Короче, делаем проще. Сядь, уходишь, школьника садишься. Так я вообще так добить не буду. Ну окей. У тебя будет время, блять. Почему я говорю первым приста ставить под луч? Чтобы у конника было время подамажить. Да и чтобы у нас было нормально время. Если этот, прибегите кто-нибудь один. А он встал уже, стой, сядь, встал. Ну смотри, получается... Смотри, нужно... если мы первым приста превращаем, то до выхода второго приста, ну следующего, там, блядь, дохуя времени остается, и он может просто дамажить босса. Правильно? Правильно. А провидец нам ровным счетом нихуя не делает практически. Вот один из пулов, где мы били. Я также нанес 3.5 ляма. 14к ДПС. Хотя стоп, тут же Кирс будет. Секундочку. Кирс в Элеме? Или это... А, мы в 5 хилов. Не, не надо. Полина заходит 6-м хилом, Коника сидит на этом, блядь, на... Блин, на самом деле это очень хреново. Почему? Что, да, либо танк должен один справляться, ему вот РДДшка что-то помогает. Дамаги дохуя теряем. Очень дохуя. Если бы я мог, блядь, сбивать косты, я бы сбивал, блядь. Пора ДКшкой сюда ходить, да? Кстати, да. Вот у вас, как же говорите, хил не может сбивать, потому что меткости нет. У танка также надо переделывать, чтобы 17%. Но... Так переделывай. У меня шмота нет. Не сравнивай, у хила 0 меткости, у танка 8% есть. А мне надо 17%. Это, тебе это, надо 4%. 0 меткости и 8%.
14, да. Но 3 ветки. А 14 это сколько? У меня 9. Ну, ты же в БДК, у тебя должно быть. Нет. 14 плюс 3 ветки. Нет, я не БДК. Кира здесь? Тогда да. Это с тремя талантами в третьей ветке. Даже если появится моб, то он возлится 6. Дай проверку. Резвится мало. Но у меня стаки багаются на хилботе. Масса, Фарада, Полина готовы? Фарада. Рада здесь? Писал, что нет? Отойду минуту, написал. Написал 2 минуты назад. Рада готов? Плюс, минус. Рыбу поешь. Лучше завтра после 15.00. Из него рыба. Фарадей. Сейчас я отлагиваю. Мне интернет вылез. Еще раз даю проверку. Все готовы, Кирс? Все готовы. По готовности поехали. Ой. Не было стака. Не, нормально. Вот это сессор развести под тем целям, о котором я говорил. Врата, правая сторона. Коника, забирай. Нету. Родвар тоже можешь забрать. Родвар. Мобы. Метку вынесли. Словили мобов, идем быстрее. Кто первый ставит? Ты ставь. Чтобы жица освободить. Все, нормалек стоит. Иди сразу в следующем. Иди. Кастись. Все, на нем луч будет. Че, пусть кто-то стоит. Единственное, что магия отходить сейчас. Него.
может. Да, с полосферным уровнем. Ведомо об РТТ. Манна ему там задается. Уже свечится, может. Забираем оборот. Иди сюда дальше. Я забираю мопчик у тебя. Все, иди. Здорово, бьем мопчика. Подошел поближе подхилить. Все, отвожу. Елок. Все, следующих модов там скупить, подать каст. Луч появился в крови, иди. Каст. Все, пусть так стоит. И вот 15 стаков, следующий луч заполнил. Я вылетаю. Чё? Я летаю с бикаст. Чё, я нормально. Чё, смог появиться. Забрал. Сейчас прибежит, будет шторм, есть стас? Да. Давай. Сливайте его. Меня подхилите. Народ там. Блять. СС был? Монород. Куда где СС? Я ж проанонсил, что это СС был. Лапку и приставал, дайте, пожалуйста. Следующего сливаю. Быстрее, быстрее сливайте его. Долго сливайте. Шрил у нас, блять, ушел. Дайте ДПС, по-моему. Надо ловить следующего моба. Не вижу. Тройкаст. Всем можно падать. Чего? А, не вижу. Надо там чего? Дал массаж, не надо. Блядь, где СС был по монороту? Я же сказал, блядь, перед пулом развесить СС. Чё за херь, блядь, вообще? 4, 3 5, пула 5. Назад, все получалось нормально, блядь. Теперь все происходит, блядь, как-то не так. Два раза мили-атака убила. Да все нормально было, блядь. Кого убила меня? Хила. Что? Да, вы диван, блядь. Да, да. Что тебе мили-атака убила? Воплощение. Воплощение бездны. Ну, блять, я же говорю, отводите на, блять, дальний круг. Когда она появится, блять. Что когда она появится, чтобы было время, блять, забрать его. Макрос есть такой, слышце, воплощение бездны и таун. Тоже мгновенно будет забирать. Там даже его тыкать не надо мышкой. Я таким макросом пользовался, когда где было дух надо было забрать, там куча вурдалаков было, и надо было типа мышкой не промахнуться. А я нубом был, поэтому макрос написал. И ДКшникам темную власть юзал.
поднимается на индекс Локи, Слоби, Коника, Лоя. Бафы раздавать. Еще раз объявляю, блять, повесьте СС. Монород, Войд, Кават, Коника, блять. Это люди, которые 100% могут сдохнуть. 5 локов, 4 всего лишь СС озвучено. Шкаф поставьте, сманите Казума. Лорус по Войду дал. Казум по Кавату. Все, осталось 3 лока, блядь. У вас монород и кони. Че монород стоит, кстати? Может это, Настю обратно в рейд и Кирсову Лем. У нас не так надо. Был, типа, самый удачный трай. Да тут, блядь, не в этом дело. У нас танк сдох, а чего сдох монород? Он разбился. Он упал. Под ним разлился демон. Его, похоже, не пошли ловить, поэтому... И он сдох. Да, с другой стороны, он вообще ловил, блин. Разъезд, почему он упал, блять, вообще? Я ровно на противоположную сторону пошел его ловить, не знаю почему. Ты черепок же вешается. Ну вот, я почему-то там увидел. Не проебывайтесь, блять, с метками. Давайте сейчас Настю возьмем у Кирсова Лема. Коника, Слобик. Давайте Игорь Настю возьмем у Кирсова Лема. Ну давай. А еще на этом поле дохуя у кого не было сопрот. Слобик на замену, Настя в рейд. Смонти. Не принимай. Да, принимать. Скажу. Кстати, Локи, твой макрос не работает. Но я написал немножко более замудрённый, он работает. Принимай. Настя, ну ёбаные помидоры, ты где шляешься? Да помидоры, я давай после рейда расскажу страшную историю о болеющих животных. Ужас. Агона. Поехали. Ты понял, да? Забыл. Не ходить.
Справа портал. Моба, череп выше. Иди сразу. Кирс, твои квесты. Чё с костом, радуга? Там прикройте Редвар, там Редвар. Алоэ, не держи его на лестнице. Разница высот мне пашет откидывание. Иди туда дальше его. Алоэ, слышал? Да. Не перебивай луч. Бешено, братчик. Кас не сбили, да? Да, да. Все, можно падать, босс флоу почти. Дальше херач. А сколько стаков на боссе? Команды не было. Опять каст не сбили. Кирс, что с костами? Сбили кольцо. Тут. Алоэ, хил. Иди по следующему. Опять. Не, ну это уже, короче, перебор. Че-то вы рофлите, по-моему, нахуй мы тут траем сидим, если вы не можете косты даже сбить. Порадует. Анкил, в чем проблема ваша? И в Дискорде, и канал внизу. Не, в другом канале. Ложимся. Быстро ложимся, диваны дайте. Майка, да. Отдал панеликсу. Там же ССы висели на людях, можно было не давать. Давайте лес. Резайте людей. Тим. Неликс, резай людей. Через кого-то масс-рез прожмите. 50 секунд до масс-рез. До точечного же бред. Чё каст от хила прошел по бафу, Кирс? Ну, короче, не сбили одни, получили дезориентацию, не сбили те, кто в дезориентации, всё ясно. Карточный домик. Карточный домик. Рыба стоит. Дорезывайте люди. А, все. Блять. Вон, походу коника. Делу пишет. Что? Все, блять, теперь наслаждаемся. Ждем анонс кольца света и отворачиваемся. Ну, возможно, Дозорон посмотрел. Возможно, Дозорон посмотрел видос, как убили Асгарда, и там, скорее всего, кольцо также сбил. Возможно, он это пофиксил. На сегодня их не получается, типа ни одного каста не сбили. У них, грубо говоря, у них проходила же на этом пуля. Нет, вон Фарада написал то, что первый раз из-за разницы текстур не сбил, а второй раз, наверное, ну, на ровной поверхности он не смог сбить. Ладно. Давайте еще раз попробуем. А что, в чем проблема? Вот на Фире мы на Фениксе отворачиваемся, как раньше говорили. Поставьте маг. До этого же сбивали.
Поставьте макрос на... Чтоб танк, который держит жреца, ставил автоматом метку, звездочку. Все, весь рейд глазками увидит звездочку. И в момент каста отвернется спиной к мобу звездочки. И все, такие проблемы. Кстати, да, когда мы на фениксах касты сбивали, там без ребута это при... Если вы забыли. Давай этот попробуем еще раз. Баф. Давай проверим. Вибл, что не хватает. Лап. Дать лап. Я просто понимаешь, в чем проблема этой хуйни. Потому что если ты не отвернешься, если ты не отвернешься, то, блядь, каст ты сбить не сможешь на исцеление. Это раз. Во-вторых, урон проходит от этой хуйни, это два. И так далее. Смотри, дословно то, что я видел, ДК просто все время стоял боком со жрецом, не ловил дезориентацию, сбивал косты. И ДК, так каждый это... пул. ДК у нас это нет так... У нас нет такого ДК. Чё, это уже лой? Вторая проблема. А чё? Для лой? Да, для лой? Ну, не, я могу своим ДКшкой. Ну, я же Йота на замене сидит, давайте я подбиваю. Ну, кап меткости дайте. Надо. Всё, поехали. Ты здесь. Останьте меткости, как? Всё, не флудим. Буду анонсить каст, когда анонсу, значит отворачиваю. Отворачиваться. Подать в сторону выхода, отвернулись. Не проебёшь. Моб не будет в стороне выхода. Врата пирогшны. Забирай коника. На двор. Моба. Я сам. Жица ставь сразу. С левой стороны жрец будет стоять. То есть вправо относительно рейда отворачивай. Каст отвернулись. Убивается, блядь. Это была просто теория. Хуёвая теория, у вас не пугается. Я сбиваюсь. Каз, ну, убивается? Так следующий луч подведёшь, жрица. Мы этот не видели. Не проеби только с левый каст. Моба, веди, мой народ. Иди под луч, чтобы дальше отложиться. Старайся немножко подальше. Каст. Рада я на твоем месте, блядь. Иди по следующему луч. Подведи там пару стапок набрать. У меня рота. Рота хит. Забрал. РДД, погнали. Давайте, 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 хуярим. Сзади вас. Вс,
все, да сам сдохнет. Босс. Бежал под хильти. Моба следующего вышла, забирайте, получше сразу ставьте. Раст. Нормально. Монорад ставь свой. Ладно, понял. Нет. Перекройте пока лучку. Ладно, я сам. Меня ставить парада, да, это? Меня 18, так. Ставить. Давай, забираю тебя. Парада, подними монород. Здесь будешь свободен. Забери у монорода провидца и пускай монород подними. РДД играем по мобу. Сзади вас моб. Ревностный. Подхильте, подхильте, подхильте. А как так? Да. Ты видел? Подхильте. Забрал. Давить следующих мобов. Так, хильте меня. Сейчас мобчика приведу. Сливайте моба. Сзади вас мобчик. Активнее, активнее. Добейте его нахуй. Все, заебись. Следующих мобов наводите аккуратно. Все, вижу. Монорад подведешь под луч. Дал массак, чтобы полегче было. Кольцо каста. Ничего, блядь. Избав на его слип повис. Все, отхилился. В смысле, чё каст, блядь, не сбили, а? Дезориентация. Бить каст. Иди дальше, продолжай. Он посмотрел с учетом. Неликс, блядь, что прошибает? Выйди ты с лужи ебучей, блядь. И ты не видишь, что ты в луже стоишь. Сейф по рейду. Дай массаж. Вот. 18 стаков на жреца. Иди хас бить. Еще сейчас мог появиться. Заберу сразу. Забрал. РДД ведро. Херачим. Сейчас он подведется немножко, станет нормально. Сейчас сливается. Есть у кого СС свободный? Повесь на меня частицу. По кому надо? По мне давай. Все, силь меня. По народу похилься. По народу похилься. Все, скрывайте, мама. Доливайте, доливайте. Розария дох. Монорота, монорота, блядь. Разложение дал монорот. Снимите скилла, пожалуйста, мобы. Сердце сделал. Монорот, заберу. Забрал, забрал.
Забрал, все, ладно, ложитесь. Так, сколько у босса? Дилорус, у тебя были стаки? Ну, учитывая, что сейчас 55 и было 56, когда он захилился, то должно было быть 35 примерно. Народ, когда ХП мало... Стаки на боссов, на боссе никто не видит, что ли? Смысл дальше бить было, когда он отхилился. На нем уже было 75 стаков. Я не знаю, зачем мы били. Потому что я хотел посмотреть, что будет, блядь. И сколько мы продержимся, банально, для того, чтобы посмотреть, блядь. Если да мы хрен всяко... будет вайп, Леха. Если отхил, да, это уже вайп. Ты слышишь меня, Акчи? Я понимаю, что будет вайп. Но банально, надо доигрывать до конца. Объясню почему, блядь. Можно взять в расчет 20 лямов с одного отхила и посмотреть, блядь, нормально все переводится или нет, блядь. Не я понимаю, потому что стак где не видно, небось, наверное. В смысле, похуй на босса, забейте, блядь. Там все нормально. С мобами тоже будет нормально. Нормально. Стой, ты чего? 75 стаков, там 25 стаков. Понимаешь, жопу сразу. Я знаю, что там 100 стаков наберется. Потому нет, что два коста, блядь, прошло от хила. 40 лямов боссу, блядь, захилили. Один, если не босс. Два прошло коста. Один. Два. Ну. Два коста один. Прошло, я смотрел. Один в начале, один в конце. Монород, когда мало хп, не беги ты к двери, беги наоборот к кругу, потому что я сейчас побежала, а между мной и тобой две лужи, мне что вот делать, типа, чтоб тебя... Так, 3 минуты перекур и последний пул. Ласт пул будет. Алоэ до пула писал, что он не сможет уже продолжить пулять, а он ушел, соответственно, танка у нас нету больше. Да, я видела, что там лужа, там тебе надо было просто бочок тогда бежать, а не к двери, потому что мы хилы к тебе просто подобраться не могли, ты бы в любом случае 100% сдох. На будущее либо в бок, либо к кругу беги, да. Ну так, понимаем, что растерялся. Хуёво, блядь, когда приходится ломать танка про хил. Ты слышал меня, Лёх? Что? Алоэ писал до пула, что вот этот пул у него был последним. Ну значит тогда ром, блядь, хули делать. Завтра кислые с геной будут, будет проще. Я пятишку, короче, начисляю. Этот. Еще один маленький нюанс. Один маленький нюанс. Короче, вам надо распределиться. Потому что, блядь, монород стоит. Монород сейчас убежал к двери, а между хилами и монородом было две лужи. Мы к нему подобраться вообще никак не могли. И он потом... умирал. Да он потом стоял на середине уже. Потом, когда я крикнула, что куда ты убегаешь, да, мы до него достали наконец. Там просто произошел такой маленький нюанс, то что моего моба не слили, а второй моб уже появился. Я понимаю.